Когнитивные искажения – это ошибки, которые наш ленивый мозг совершает раз за разом. Когда нам нужно быстро принять решение, мы идем самым простым путем, поступаем так же, как и большинство людей вокруг нас. Если все репостят новость о страусином гриппе в Мурманске, то мы легко поверим в этот фейк. Чем больше людей верит новости, тем тяжелее остановить ее распространение. Фейковые новости часто опираются на эффект повального увлечения. Для того, чтобы отключить критическое мышление человека, авторы фейков обращаются к эмоциям, используются близкие для каждого темы – детство, здоровье, счастье. Показывают новости масштабными, важными для каждого человека. Пробившись к эмоциям нескольких человек, фейковые новости начинают быстро распространяться через репосты, личные сообщения и лайки в умных лентах. Нашему мозгу легче согласиться с мнением большинства, чем в одиночку отстаивать свою точку зрения. Но раз за разом, попадаясь в ловушку когнитивного искажения, мы снижаем свою способность мыслить критически. И скоро вы сами не заметите, как начнете считать нормальными даже самые странные новости. Как же правильно реагировать на фейковые новости?